На территории школы станицы Дербенской продолжается строительство двух спортивных площадок. Одна предназначена для игры в баскетбол, а вторая – в мини-футбол. Заниматься здесь смогут не только ученики школы, но и все желающие. Эта площадка должна привлечь внимание молодежи к нашим спортивным успехам, к будущему нашему. Ну, к сожалению, есть очень много претензий к подрядчику, который не выполняет свои обязанности. В первую очередь подрядчик нарушил график выполнения работ. Площадки собирались открыть к началу учебного года. Есть недочеты, которые необходимо устранить. А еще привести в порядок и благоустроить прилегающую к объектам территорию.